16 августа в Десногорске состоялся муниципальный этап фестиваля дворового футбола 6 на 6. Соревнования посетила наша съемочная группа. Турнир такого формата в Десногорске проводился впервые. Его организатор – Всероссийская федерация школьного спорта, руководителем которой является прославленная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. В участниках соревнования нет команд из спортивно-детско-юношеских школ, только сборные, сформированные по месту жительства или учебы детей. Сам чемпионат направлен лишь на зарождение у детей интереса к профессиональному футболу. Это соревнования направлены на тот момент, что они во время каникул, чтобы были заняты каким-то вот спортом, физкультурой, в частности, вот этим футболом дворовым. В турнире приняли участие три команды по 6 человек 2007-2009 годов рождения. Звание чемпионов заслужила команда «Десна», средняя школа номер 2. Второе место у команды «Десна Мини», «Фортуна», оказалось на третьей ступеньке пьедестала. Все участники получили памятные призы, а победители – возможность сразиться за чемпионский титул на региональном этапе соревнований, который пройдет в городе Ульяновск. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.